Дорогие подписчики, всем привет! У нас в Туле сегодня достаточно морозный, солнечный денек, но мы с вами продолжаем знакомиться с элитной командой компании Faberlic. И сегодня достаточно только фамилию и имя назвать данного моего спикера, чтобы просто буря эмоций и буря аплодисментов взорвалась. Это звание номер один в компании Faberlic на сегодняшний день. Закрытое звание партнер – это Анна Кононова. Сейчас мы ждем ее подключения, потому что это действительно очень открытый, лучезарный человек, сильный лидер, сильный наставник. И, конечно, пообщаться – это великое удовольствие, великая честь с таким очень-очень сильным и ярким лидером. Сегодня очень хочется также поговорить на такую тему, потому что когда человек, тем более женщина, и семейный бизнес имеет такую, знаете, целеустремленность, хочется, конечно, поговорить о теме мотивации. Вот что же движет, да, молодой парой, что же движет молодой семьей, чтобы покорять такие вершины. Вершины не только карьера, вершины по жизни, я думаю, в семье, в окружении. И это, конечно, огромная внутренняя сила, огромная внутренняя воля, и это дорогого стоит иметь и в себе, наверное, закалять, развивать. Вижу, Анна присоединилась, ждем запрос на подключение и соединяемся с Анной. Мы с Анной далеко друг от друга, да, она, наверное, сейчас в городе Киров, сейчас узнаем. Тула, но современные технологии помогают нам встречаться, общаться, знакомиться с единомышленниками. Анна, всем здравствуйте. Доброго вечера. Ага. Да, всем доброго вечера. Как видно, слышно? Хорошо. Подпишитесь. Все ли хорошо? Так, да, Аня, все хорошо. Ага. Ну, добрый день, Аня. Огромная честь, огромная вам благодарность. Хочется, конечно, и от лица своей команды, кто сейчас присоединяется, сказать вам огромное спасибо за ваш пример. Потому что примеры по жизни нам очень нужны, и мы очень вдохновляемся вашими результатами, вашей командой и вашими достижениями. И, конечно, мы понимаем, что за этим стоит огромный и огромный труд, да, всей вашей большой семьи. И хочется вам задать первый вопрос, конечно, почему же все-таки Faberlic? Да, много сейчас сетевых компаний. Вот что смотивировало вас именно прийти в Faberlic? Скажите, пожалуйста. Сетевых компаний действительно много, и мы до этого безуспешно были в двух компаниях, вернее, два раза в одной и той же компании, это Oriflame, не буду скрывать, потому что мои девчонки все знают. Вот, один раз мы пробовали офлайн, а второй раз мы пробовали онлайн. Офлайн у меня не пошло, потому что мы вышли на 3%, мне сказали плати за офис, а надо делать 150 баллов, в общем, и я поняла, что мне негде больше проводить встречи, и просто не стала расти дальше. Вот, ну, потому что, ну, не на что, да, то есть и так, конечно же, очень было сложно, машины нет, ничего нет, на автобусе возишь своих консультантов в этот офис, из которого выгоняют, всегда недовольны, и я как-то вот решила, что нет, это, наверное, не для меня, потому что встречаться мне негде с людьми, вот, кафе, рестораны я тогда как-то вот не рассматривала, и вообще бизнес на земле, когда ты работаешь 2 на 2 и посередине еще ночные смены. Я работала продавцом в магазине, потом стала заведующей. Вот, 5 на 2 работала, но, честно сказать, не получалось, потому что люди видят, что нет у меня результата, ну и ко мне никто не шел особенно, да. Вот, говорить тоже я так хорошо не умела, опыта общения у меня не было. Наставник там, который был, мне тоже особо как бы помогла один раз, сказала, что говорить, я ничего не запомнила, и повторить я не смогла. В общем, да, так интересно, да, то есть вот сейчас я уже вспоминаю себя, свой опыт, я просто создала для своей команды кучу просто роликов на различные темы, чтобы, если они сами не могут сказать, я за них это говорю, потому что это у меня, наверное, навсегда отпечаталось, и у меня очень такая широкая сейчас видеобаза, вот, но до этого, конечно,
Я когда вот помню первые истоки, вот первые шаги в MLM, у меня было очень негативное отношение. Вот, и прошло где-то пару лет после того, как я ушла, я зарегистрировалась опять в онлайн-проект, причем название не говорили, и когда я поняла, что я опять в этом же самом Орифлейме, я посмеялась просто и говорю, нет, я не хочу, я говорю, я уже у вас была, вот, мы проверились, терминация, все в порядке, можно было регистрироваться, вот, и меня уговорили остаться и сказали, что онлайн это не наземный бизнес, не надо там с промостойками стоять, не надо никого никуда на автобусе возить и так далее, то есть все будет отлично. Я еще им говорю, у меня ребенок грудной, я зарегистрировалась второй раз в онлайн-бизнес, когда моей Викуське было всего лишь 3 месяца, то есть, ну, практически сразу после родов. Вот, и самое интересное, что у меня на тот момент я еще осталась без работы. То есть меня уволили с найма в связи с ликвидацией фирмы, когда моей дочке была всего лишь, ну, было 5 дней. То есть я приехала, у меня уже, ну, как бы лежат документы, что приходите, забирайте. Документы, все, вы уволены. Я вот сижу и думаю, ну и что? Ну и как быть? Съездила в соцслужбу, мне оформили там до 1,5 лет выплаты какие-то, да, то есть вот, вот. И, честно сказать, получилось так, что, ну вот я сидела с этой бумажкой, что я уволена, и думаю, куда я пойду из декрета, как я пойду из декрета, что делать? Вот такое ощущение было то, что ничего в нашей жизни, я вроде бы работала хорошо и всегда старалась, но вот он декрет, так получилось, да, что мы с мужем встретили друг друга, и получилась наша Вика. Вот, да, всем привет, кто только что заходит, ребят, очень приятно. Здравствуйте. Да, вижу знакомых людей, кто-то зашел от меня, да, к Насте и так далее. Прямой эфир я, Настя, скачаю, выгружу на YouTube и поделюсь в сторисы. Ссылочку там, я думаю, да, проблем не составит повтор посмотреть, кто опоздал. Вот, и, конечно же, вот так вот я просто рекрутировала, работала целый год. Сначала один наставник ушел, потом второй наставник ушел, потом я добралась до самого верхнего директора, говорю, у меня не получается, напишите мне, что мне делать, говорю, ну вот какие мои конкретные действия. Я запуталась, говорю, вроде бы все нормально делаю. Вот, никто мне тогда не сказал, что надо писать посты, что фотографии не должны быть там с драными обоями и старым диваном. Мне это никто не сказал, и я вот в таком вот обличии рекрутировала, работала, да, то есть созванивалась, даже не расчесывалась перед созвоном, да, то есть, ну, как бы вела себя как обычная такая вот домохозяйка, которая вот разочаровалась в жизни, можно сказать. За год я вышла там на 12%, и уже буквально месяца через 3-4 у меня заканчивались выплаты по декрету, и я решила пойти в найм, потому что у меня есть свекровь, у меня есть мама, вроде бы, и я пошла с ними договариваться. Но моя мама мне сразу отказала, сказала, что, говорит, Ань, я уже, ну, говорит, очень, у меня такой возраст, ей уже за 70, ей тяжело, действительно, ей тяжело. Тем более у нее была такая сильная травма плеча, что она не могла носить грудничка, там еще что-то, у нее одна рука просто не работает практически. Вот, а свекровь, как раз у нее тогда признали сахарный диабет, у нее приступ за приступом, она говорит, вдруг мне будет плохо, ребенок один останется. Но я поняла, что нет. Вот, и она работала по найму. И я понимаю, что мне опять некуда деваться, что бизнес только онлайн. То есть я долго шла к Фаберлик, очень долго, не один год я шла к Фаберлик, не один год я шла к тому, чтобы все-таки понять, что все зависит от меня, и я не должна ни от кого ничего ждать, что я должна сама изучать, сама идти вперед. Не, вот до меня это очень долго доходило, несколько лет. Вот, честно скажу, я все время от кого-то что-то ждала. То есть мама у меня образование мне не дала нормальное, да, то есть тут у меня вот так, там у меня вот так, да как так, вот, и как бы получалось, что все вокруг были виноваты, кроме меня. Я вот в этом признаюсь, то, что вот какая-то была незрелость ума, и мне казалось, что мне кто-то все что-то вот должен вот принести на блюдечке с голубой каемочкой, и я вот прямо, вот у меня подружки, да, родители его наплатили, да, там престижный вуз, там еще что-то.
что-то, да, то есть я все время, а ты мне почему, вот, да, то есть своей маме, она, да что это такое, там, в конце концов, говорит, иди сама работай, иди сама учись, говорит, сколько, говорит, молодежи сейчас вечером работают, днем учатся, или учатся, да, то есть удаленно. Сколько курсов в интернете, сколько всего, что ты дурью маешься, что ты кнопки там все эти Мама, свои тыкаешь. молодец, такая Да, то есть она завуалированная. мне как бы, мама у меня такая, как я, она тоже характерная, очень такая самодостаточная женщина, очень такая гордая, и она говорит, я все сама, я, говорит, 40 лет, говорит, на двух работах, и ничего, говорит, вы меня все, говорит, сытая, будто здорова, чего еще вроде бы надо, но она меня так это отпор давала. Вот. И вот потом получилась такая ситуация. Я тоже уже собиралась выходить в найм, вроде бы нашла хорошую работу, потому что у меня был до этого стаж заведующий, меня сразу взяли управляющим магазином, и тадам-дадам, ставят Викуське диагноз, она у нас не говорила, мы начали полностью все ее обследовать. В 2 года мы начали проходить обследование, мы полгода их проходили, и нам ставят диагноз сильнейшая родовая травма. То есть ребенок не говорит, то есть пошло уже умственная отсталость, которую мы не замечали. И мы понимаем, что с таким ребенком человека никакого не оставит. Что такой ребенок, с таким ребенком можно только мы сами, да, можем вот водиться, сидеть, потому что мы ее знаем, мы ее понимаем, кто кроме нас сможет, да, то есть ее воспитать, ну, конечно же, никто. И вот тогда уже я увидела предложение от девчонки 17 лет, от Инна Каспарев, она сейчас уже терминировалась, ее уже нету, хотя, ой, ну какая глупость была терминироваться. Вот просто, Настя, представь, сколько бы она получала сейчас на данный момент денег с моей личной группы. У меня личная группа 30 тысяч баллов. Вот сейчас на данный момент. Да. Просто представь. Без директоров личная группа. Просто 5% с личной группы. Это просто посчитать. Вот, ребят, кто сейчас... Пассивный Ну-ка, давай. доход, да? Вот он, Да. пассивный доход. Да, реальный пассивный доход. Отстрой от меня 2000 баллов в бок, и у тебя зарплата будет просто неимоверных размеров, просто так, на халяву, потому что там какая-то Кононова пришла и настроила всего-всего И побольше, начала да? работать, а никто не ожидал. Вот. Но представляешь, она терминировалась. Она терминировалась за неактивность. Вот есть такие люди, которые даже не понимают, какая им удача. Вот я сколько раз говорю людям, попробуйте. Попробуйте себя, ведь развиваться можно в разных сферах. Так, отошла от темы. Почему Фаберлик? И вот я тогда прозрела, когда мне пришло предложение в Фаберлик от девушки. Это было спамное обращение, да, в личку, в Одноклассниках. И я такая сижу и думаю, а почему не Фаберлик? А почему вот, да, как бы я так задумалась, а что вообще за Фаберлик? Да, и еще, знаете, так подумала, какой-то шарик, Бобик, Фаберлик. Знаете, вот почему-то вот меня тут прямо вот... Потом давай стала читать Фаберлик, в переводе мастер образа, косметическая компания. Зашла туда. Есть, на тот момент были витамины, омега, детская одежда. Ой, омега, говорю, бытовая химия, по-нашему, косметика для дома. Да? То есть я начала смотреть, 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 и прямо обалдела, думаю, боже мой, какой широкий ассортимент. Вот прямо широкий ассортимент я в таких компаниях ни разу не встречала. Сейчас, конечно, он уже намного шире, но тогда уже 1500 наименований было, вот это вот, ну, 6,5 где-то лет назад. В общем, дата моей регистрации 26 ноября 2014 год. То есть вот, да, то есть, ну, уже 6 лет миновало. Я такая начала смотреть, рассматривать все, думаю, ничего себе, тут можно и стирать, и мыть посуду, и ребенка мыть самой, и пол помыть, в общем, и одеть ее тут же, и омега есть, да, то есть нам очень часто омегу врачи прописывали, я понимаю, что она и у нас есть, просто необходимость была ее покупать, заказывать в связи с особенностями развития. И я понимаю, что это можно онлайн работать, проект онлайн, и я девушке этой говорю, а что еще есть? Она мне скинула бонус материнства, усыновления. Но я, понятно, уже под него не попадала, но все равно он у нас есть. Да, этим можно, это тоже единственный бонус во всех сетевых компаниях, где вообще такой бонус имеется. Бонус стабильности, бонус развития. Вот последний бонус развития, помимо всех премий и выплат, чисто только один бонус развития, который нам падает раз в год, мне пришел более 1 000 000 рублей. Аня, просто Просто, отлично. понимаете?
Просто вот ты держишь этот миллион и думаешь, а за что? За то, что ты просто работаешь с людьми. Да? Бумерангом, уже бумерангом Да, успешно. пошел бумеранг, и мощный такой, тяжеленький такой бумеранг-то. Вот, в Со чем самое интересное? стеблями, да, уже они с Вот, и вот стеблами. ты сидишь, да за что мне столько? Я, понимаете, я всегда пахала, я всегда любила работать. У меня всегда было 2-3 работы. Я люблю работать. У меня нет такого, чтобы я могла там подумать, ой, мне сегодня лень. Я лучше выйду, я лишнюю смену поработаю. У меня всегда так было. Так как у меня первая дочка от моего первого брака, мы развелись, и я осталась одна с ребенком, и растила ее с 2 лет сама, одна. Я понимала, что вот сейчас будет зима, она у меня выросла, мне надо пару смен отработать, чтобы купить ей хороший комбез на зиму. Да, то есть и сменный комбез, чтобы еще вот, да, пока я это, допустим, постирала, высох, да, другой надеть. Да, надо 2 пары обуви, потому что она из школы идет, там танцевальный, например, а уже бутсы сырые, как говорится. Надо, чтобы она у меня здоровая была. Вот, и как бы такое мышление у меня было, что чем больше ты работаешь, тем, Надюш, привет, чем больше ты работаешь, тем больше тебе денег платят. Но я бы никогда не подумала, что работать надо головой и работать надо правильно. И за умственную деятельность, оказывается, платят в десятки раз больше, нежели за труд руками. Вот. И вот тут у меня как раз в голове и стрельнул такой момент, что в компании Faberlic, да, вот я еще не зарегистрировалась, я пошла смотреть другие компании. Думаю, раз есть Faberlic, значит, есть еще что-то. На тот момент было много всяких компаний, но они уже все исчезли с рынка. Skinny Body Care была, Едоша, какие-то там кэшбери были, вот, ну, много чего полопалось, развалилось, распалось, этого нет. И я подумала, и как раз я, когда была еще в Реплейме, перед нами еще какая-то компания лопнула, да, то есть я тогда не различала пирамида официально, неофициально, да, то есть для меня все было едино, это интернет. Люди действительно и сейчас, по сей день, они не умеют отличать легально и нелегально, да, вот, и тогда я тоже смотрю, там лопнула, тут лопнула. Думаю, дай посмотрю, сколько лет компании. А компании на тот момент уже было 18 лет. Думаю, ага, она пережила не один кризис. То есть я шла месяца 3, чтобы зарегистрироваться в компании, я месяца 3 собирала вот это все по крупинкам, можно сказать, информацию, потому что девочка, которая меня хотела зарегистрировать, но она еще ребенок, она сама ничего не знала. Да, то есть она хотела денег, она хотела заказ с меня, а я-то хотела зарабатывать как бы с помощью построения структуры, с помощью товарооборота, я не хотела получать эти вот маленькие подарусечки, которые вот, допустим, ну, получила ты в подарок, да, тут же Стартовую израсходовала, программу, вылетела. да? Да. Я-то понимала, что мне нужен онлайн-бизнес, который не будет меня отвлекать от моего особенного ребенка, получается, да, которому мне нужно было уделять время. И вот тут как раз и пошел вот этот вот переломный момент. Я начала сравнивать очень много компаний друг между другом. И я поняла, что Faberlic самый такой лояльный, классный маркетинг-план. Это, во-первых. Во-вторых, я поняла, что компания больше всех платит процентов. То есть 23% на тот момент, тогда это было максимальные выплаты за структуру, 23%, когда мы выходим на директор, да, вот если кто-то не знает маркетинг-план. И это классно, когда ты получаешь 23% назад за свою структуру. Вот. И я вот так вот, что я еще подумала? Я подумала о том, что есть длинная стартовая программа, VIP-программа. В общем, рассказать есть что. Людям будет интересно. А какие деньги платят? Посмотрела. Ого. Подтвердил директора, 55 тысяч получил. Серебро 110. Да, то есть золото 165. Ого. А тут еще и компания возит нас в разные страны за свой счет абсолютно бесплатно. Я вот сейчас на данный момент уже выполняю Португалию, практически уже выполнила. Вот у меня просто у одного из директоров случилось там кое-какое ЧП, она немножко подупала, но она уже все нормально, на плаву. Вот. И я посмотрел, что и как раз в этот год я только посмотрела, и там в Хайнань лидеров повезли.
Я так захотела, думаю, почему я не в Хайнане? И вот, знаете, ни разу не была ни за одной за границей до компании Фатерли. Ни разу, нигде не была, никуда не ездила. Меня мама возила в 4 или в 5 лет на юг, все, точка. Я вообще нигде не была, я дальше Кирова, можно сказать, не выезжала. Вот, и вот такой момент переломный, я понимаю, что меня могут засунуть в самолет, и я выйду там, где пальму. И причем это будет, ну, на халяву, ну, так грубо говоря, да, некрасиво, но это будет полностью бесплатно. Но я, конечно, когда вот мы уже выполнили это путешествие, нас высадили в Шри-Ланке первый раз, я просто обалдела, потому что мы попали на очень хороший, качественный люкс-курорт. Сразу, первый раз и сразу люкс. Да. И я просто выходила и смотрела на все на это, как вараны под ногами бегают, как у меня белки и орехи сперли в номере, да. То есть, и вот, в общем, у меня не было слов. Как трава пострижена, какие все улыбаются, да. То есть, вот это море, ты заходишь, оно тебя бьет, да, там по ногам, по животу прямо море, океан, извиняюсь, да, самый настоящий такой бушующий. И ты так ходишь, и все 7 дней, как в сказке. Вот все 7 дней, как в сказке я провела, и я так и не могла понять, что со мной происходит. Такое чувство, что я обычный человек, я просто работаю, и за что вот это все? Да, то есть вот у меня не было такого понимания. Причем нам с мужем вдвоем эту поездку оплатили, и мы жили вдвоем в номере, никто нам не мешал, вообще было все вот прямо наишикарнейше. Вот, и там нас, конечно, кто-то принял, кто-то не очень хорошо принял, потому что быстрый рост это всегда есть люди, которые, в общем, равнодушных не осталось людей, да, то есть как бы там все надвое поделилось, кто-то засловил, и ты могла себе поймать вот этого человека. Когда там подходишь сзади, а он там про тебя всякую ерунду говорит. Да, вот это тоже было. То есть, чем вы выше, тем нужно больше уметь вот это вот все не брать на себя, да, то есть от себя подальше, чтобы вот понимать, что собаки лают, караван идет. То есть, тут вот обязательно прямо, да, вот, прямо очень важно, потому что чем вам больше людей плюет в спину, тем намного больше количество людей вы обогнали. У меня вот всегда, знаете, вот новички, когда начинают снимать видео, им может мама сказать: «Фу, ты тут выглядишь как дура». Я говорю: «Ничего себе, а пусть мама сама снимет». «А я не умею, это ваши вот эти кнопочки все». Я говорю: «Так хорошо говорить, я не умею. А зачем, да, ну, как бы, зачем вредничать своему ребенку?» Вот я своему ребенку всегда говорю: «Ты такая умная, и мне без тебя не справиться. Катюша, сделай маме ролик. Я так в жизни сделаю, как ты сделаешь». И она ходит, гордится, она делает. Я из этой денежку даю. А вот, она вообще там бизнес у нее свой, да? Ну, старшая моя Катюшка. Вот, она как раз учится на фото-видеографа. И как бы я, наоборот, поднимаю ее в своих глазах, потому что у нее ярко выраженный синдром самозванца, можно так сказать, да? Когда она себя недооценивает, но она действительно очень талантливая девочка. Вот, и то же самое с людьми. Я вижу, что ко мне пришел реально классный, талантливый человек. Да, он может обучаться, он может работать, он может рекрутировать, но кто-то ему там, какой-то хейтер в соцсети чего-то там написал. И вот у нас, кстати, много вообще вебинаров про хейтеринг и так далее, потому что когда мы выходим в интернет, может не нравиться в тебе абсолютно все. Прическа, твой нос, твой вес, твой рост, твой цвет глаз, все будет не нравиться. Как ты сказала, мы все из разных стран и городов. Вот недавно у нас был прикол, мы выходили в прямой эфир с грузинкой. Ну, понятно, у нее свой акцент, у меня акцент наш, вятский, деревенский, да, а у нас город 500 тысяч населения, мы живем ближе к северу, и нас слушают, то к ней придерутся, то ко мне придерутся. Я читаю, и нет, я не психолог, у меня нет такого образования, и я читаю эти комментарии, говорю дальше, а смотрю, она позеленела, побледнела, покраснела. Я говорю: «А что с вами-то случилось?» «Так вот, ведь вот пишут». Она слова неправильно говорит, она коверкает. Я говорю: «А вы не пробовали гордиться собой за то, что вы знаете два языка? Грузинский и русский?» Она такая: «А я еще английский знаю». Я говорю: «Ну это же круто знать три языка. Много ли людей на свете, которые три языка знают?» И она такая сразу, смотрю, крылья расправилась. Вот
Какая разница, правильно, ты неправильно сказал. Главное твои действия, твой результат. И если твой результат может стать мотивацией для кого-то, твои вебинары могут продвигать твою команду, и они потом, да, со временем скажут: слушай, Ань, спасибо, я избавился от работы по найму, я занимаюсь любимым делом, и у меня все получается, у меня куча свободного времени. Не это ли награда, не к этому ли мы идем? Вот, поэтому не обращаю внимания ни на кого никогда. И вот когда мы в Шри-Ланке столкнулись вот с этой вот совсем, то, конечно, было сложно. Вот, еще почему Фаберлик, когда я перерыла много компаний, я еще сомневалась, идти ли мне или не идти еще раз сюда. Я вообще как бы человек дотошный. Если я уже что-то берусь, я уже доделаю это до конца, но я основательно к этому подхожу. И я начала смотреть всякие фирмы, где высылают ручки на сбор, да, то есть там наборы текстов. Ну, это же тоже онлайн-труд, да, то есть, ну, грубо говоря, найм, он меня не отпускал. Вот он держал и все. Вот прям: нет, ты пойдешь ко мне. Я говорю: нет, я хочу бизнес. Нет, ты пойдешь найм, да. И то есть я все время металась. Вот. Спасибо большое. Вот. И далее, что бы хотела сказать, вот, и когда я все-таки выбрала Фаберлик, то, конечно, у меня была очень крупная неудача. Я вроде бы поняла, что нужно примерно делать. Я уже была до этого в онлайн-проекте, да, в котором не смогла ни от кого ничего добиться. И думала: Олечка, привет, золото. Вот мой рубиновый директор в первой линии, Олечка. Здравствуйте. Да-да-да. Вот. И такое ощущение, что, ну ладно, я попробую. То есть я пришла вот с таким ощущением: ну ладно, я попробую, все равно ничего найти не могу. То есть вот уже такое полувялое такое было. Но и правда, вот это вот ощущение, когда человек приходит попробовать, оно передается и очень сильно чувствуется, да, вот это вот, что исходит от тебя на уровне, да, вот этой энергетики. И правда, ко мне пришло в первый месяц 54 человека, но только двое сделали заказ, и никто не начал работать. То есть вот я сижу и думаю: что же я занимаюсь переписью населения, что нужно делать? И вот тот момент как раз я и подумала, что все-таки нужно больше работать с людьми, больше работать с командой, это все зависит от меня, и я начала обучаться. Я начала смотреть всех подряд. Тамилу Полежаеву, да, Гандапаса, то есть Озаренок, кто еще тогда там был? Озаренка, по-моему, не было. В общем, всех подряд, просто всех подряд. И я начала понимать, что самое главное – это мотивация. Если у человека выкопать истинную мечту, о которой он действительно мечтает. Не квартиры, машины, дачи, там, не знаю, что-нибудь еще, а вот именно истинную мечту, да, вот которая у него в сердце. Он ее даже сказать не может, но ему нужно помочь ее вспомнить. Вот о чем мечтали в детстве. Вот то, о чем я мечтала в детстве, у меня сбылось, да. У нас как раз был тогда тот период Санта-Барбары, да, вот это вот длиннющий многолетний сериал, вот это Си-Си, там вот эти все, вот, и я все думала: я когда-нибудь буду жить так, что у меня тоже будет и хозяюшка по дому, и вот я буду жить в большой светлой квартире, и действительно, моя мечта сбылась, я живу сейчас в семикомнатной квартире, да, то есть 3 балкона, 2 санузла и так далее, вот, у меня действительно есть хозяюшка по дому, которая мне помогает, я уже ни к чему не прикасаюсь, что такое готовить, мыть посуду, я уже не помню, мы очень редко сейчас готовим, и просто мне это нравится, да, я могу подойти к плите, какой-то шедевр создать, но это уже бывает изредка от души. И как говорят, мужчины готовят вкуснее, потому что они готовят реже. Вот сейчас я тоже начала очень вкусно готовить, потому что это очень редко, это от души, а не праздник, вот так вот, да, целый праздник. Да, ой, опять все съели, опять что-то надо думать, да, то есть у меня уже такого нет, я могу так вот подойти, что-то сказать, да, то есть там, например, начистите мне, девчонки, там, например, картошки буду делать, там, запеканку, вот, они мне начистят, а я уже там творю, вытворяю, шла, у меня все убрали, да, то есть, ну, так-то, конечно, кто бы не готовил, да, согласись.
Вот, и как бы, и вот я эту мечту, когда вспомнила, да, то есть я понимала, я просто сопоставила все. Во-первых, в найм я пойти не могу, во-вторых, у меня действительно есть свои мечты, я тоже хотела на тренинг, на вебинар, вот не помню чей, он мне очень помог, а еще Инна Грин, я ходила на вебинар Инны Грин, это наша вышестоящая наставница по украинской ветке, да, то есть у нас с Украины идет наш проект Фаберлик Онлайн, я с России, вот, а Николай Андрейко, мой наставник, он идет с Украины. И как раз-таки мы с ним очень много общались, я у него все спрашивала по различным, вот он мне сколько-то помог запуститься. И вот Инна Грин, когда ее пригласили провести вебинар, она прямо там по пунктам раскладывала мечты и цели. И вот этот вебинар, когда я еще совсем зеленая, я еще даже статус директора не открыла, я его посмотрела, и вот он мне как-то вот помог вправить мозги. Да, кому-то это не нужно. А кому-то это бывает очень нужно, да, то есть вот, почему вот мы сейчас на проекте стараемся делать различные вебинары на различные темы, да, мы высылаем и танцы от компании Faberlic, да, вот Wellness Faberlic у нас идет, и как рекрутировать, и что такое таргет, да, то есть у нас различные обучения, и кто не хочет не делать заказы, ничего, мы даем бот компании Faberlic, а не по этому боту, Students бот и StudentVK бот, да, и, знаешь, да, вот эти Телеграм, вот в да. Телеграме, да, вот мы их даем, то есть у нас никого без обучения не остается, и каждый по-своему воспринимает информацию, один и тот же даже вебинар. И мы поняли, что под людей нужно подстраиваться, и нельзя им давать один метод рекрутинга, и вот тогда у нас, в принципе, и пошло хорошо, то, что у каждого человека свои есть вот нюансы. Были нюансы, что девчонкам мужья запрещали работать, и они рекрутировали, пока мужья были на работе, потом они пропадали, и мы уже брали этих новичков в чате на себя, да, то есть и шевелили новичков, и она потом приходила с утра, ну, как они у меня там, что хоть у них там, да, то есть, ну, вот так вот даже получалось, то есть мы стали вообще вот буквально 3 месяца после регистрации мы стали очень мобильными, мы шли навстречу всему, мы обучали всех, мы с 6% начали проводить вебинары, прямые эфиры, снимали видеоролики, чтобы наша команда этими видеороликами скачивала, выгружала на YouTube, то есть мы это с ним учили, и ссылочку ставили свою на регистрацию под видео, чтобы люди шли уже к ним. То есть не то, чтобы, чтобы они несли меня, а чтобы, да, это мой голос, это мое лицо, но они пока сами не умеют, но хотя бы вот так вот, да, чтобы хотя бы что-то было. И вот оно пошло. Оно пошло. То есть человек не может. Есть люди исполнительные, которые могут сделать все, но у них нет возможности, допустим, снять видео по каким-либо причинам, да, и причины эти бывают и физические, да, то есть действительно, и бывают блоки какие-то внутри. И вот эти блоки внутри, их очень сложно, вообще очень сложно блоки убрать. И как бы я говорила, что я уже не психолог, и я вижу, вот у человека есть затык, он боится, да, то есть его уже не сломать, его не поменять. И вот тогда я просто делаю все за него. Бери у меня это, бери у меня то, работай этим, пожалуйста. Но ты должна знать, что лидер идет на лидера. Не удивляйся, если ты поговоришь с человеком, а он покопался и идет меня. Чтобы ты потом не обижалась. То есть, как бы, да, такие моменты тоже То есть бывают. вы на старте сразу договариваетесь, правильно, Анна, Да, получается? я На все берегу. объясняю. Да, все побочные эффекты, все прям выкладываю, что ей из этого будет, что ей не будет и так далее. Все прямо, всю правду говорю. Конечно, честно сказать, много людей от меня из-за этой правды ушли, но все, кто со мной остался, это люди, которые любят правду, любят бизнес и понимают серьезность этого бизнеса. И все уже стали рубинами, бриллиантами, золотыми директорами, все уже очень хорошо зарабатывают. А вот такие вот обижалкины, которые, ну вот, им говоришь, они говорят, ой, вы будете мной пользоваться, что я буду там, как интернет-магазин, например, или еще что-то, да. То есть я говорю, да, я тоже интернет-магазин. Мы все вот такие вот, да, то есть и на Кто-то вот. кем-то, в принципе, по жизни пользуется, да? Да, Тот же самый да. магнит, пятерочка, да, та же жена Вот, ими я говорю, пользуется. понимаете, да, то есть да, есть, кстати, очень много людей сейчас боятся почему-то делать заказы. У меня не было этих вообще проблем, что люди боятся делать заказы. А сейчас вот почему-то эта проблема откуда-то вышла. Вот, на 6-й-то год работы.
Вот. И мне тоже стало интересно. На самом деле, оказывается, я посмотрела рынок, люди кричат: идите к нам, у нас без заказов, у нас без рекрутинга, у нас без встреч, вот идите к нам. И я начинаю смотреть, начинаю копаться, это какая-то фирмёшечка, зарегистрированная где-то там за 3-9 земель, и неизвестно, сколько она, ну, что-то типа вот развалившегося там Центуриона или Кэшбэри, вот этих вот пирамид, да, и я тоже начала с этим бороться, и сейчас тоже ко мне как бы люди начала писать посты на эту тему, различия, проводить вебинары, эфиры, делать структуры прививки, и тоже, в принципе, очень даже хорошо. Да, то есть люди начали понимать, где легально, а где нелегально. Потому что, ну, я не знаю, у некоторых людей такой вот пирамидчик мне один пишет: вот у вас бизнес с вложениями. Я говорю: с какими? С какими? Говорю: время, компьютер, что еще? Надо шампуни покупать. Я говорю: а что, вы придете в Фаберлик резко мыться, перестанете? Что случилось-то, говорю? Вы до Фаберлик мылись, а в Фаберлик придете, все, мыться не нужно? Или что? И постирать не нужно, ничего не нужно. Вот, и, кстати, несколько пирамидщиков я к себе забрала, и они работают, и говорят, что даже спасибо. Одна мне, вот тут недавно, кстати, где-то месяц уже прошел, написала мне: спасибо, что ты меня спасла из пирамиды. Во Мне как, тоже потому что у приятно. меня сейчас вот тоже идут Да. переговоры, но по недвижимости, не знаю, сталкивались или нет, вот именно финансовые пирамиды в недвижимости. И Да, когда вот, всякие они есть. да, именно у них вот как альтернатива ипотеки, что ли, вот что-то такое вот у нас сейчас в Туле, прямо они очень активно. И мы тоже вышли на эфир, я говорю, давайте мы с вами пообщаемся. И меня что удивило, вроде лидер. Да, сильный уже такой, ну, то есть уровень не стартап, да, а тут сразу пойдем к кому повыше, как говорится. И человека смущает личный товарооборот. То есть, говорит, у вас же нужно личный товарооборот большой делать. Я говорю, ну, 2000 рублей инфопродукт, пожалуйста. И то есть, я говорю, даже пусть и личный 50 баллов моющими Ну, а средствами. к ним вот туда, в пирамиду, приходят, тоже 100 тысяч, вкладывают Аня, 100 деньги. тысяч взнос. Да, меня тоже, кстати, тут инвестиционный проект, тоже 100 тысяч. Вот, звали, как это он назывался? Вот я забыла, буквально неделю назад звали. Причем знакомые хорошие звали. Вот, нет, я сейчас не вспомню. Да, Какой-то если кому интересный. интересно, да, из подписчиков мы напишем, у них что-то Е, вот какие-то две буковки, на эмблемка с двумя буковками была. Я вам тоже, если что, скину, почитайте в личку. Да, и поэтому сейчас... А там можно говорить? Не пугает их такое? Не знаю, про что вопрос. Перефразируйте, пожалуйста, потому что кучу тем перебрали, и не знаем, про что Ага. вопрос. Вот. Ну и дальше, почему именно Фаберлик? Я перебрала много сетевых компаний, не в смысле перерегистрировалась там везде, а в смысле, что сравнивала, смотрела, разговаривала с лидерами. И почему я выбрала Фаберлик, это то, что она надежная, она еще не так давно на рынке, но уже давненько. И чем она меня обрадовала, это тем, что своей стабильностью и надежностью, вот всеми этими путешествиями. И вот как раз-таки, когда я отправила данные в компанию, я первый каталог, заказ не сделала, потому что было не на что. Вот, и как-то во втором каталоге я сделала акцию новичка, получила 500 рублей в подарок. Эти 500 рублей у меня в следующем заказе списались, и я уже такая довольная. И вот как раз вот этот переходный момент, когда я осталась в компании, вот если бы у меня не началось, даже два было таких момента, если бы у меня не начало получаться, я бы, может быть, забросила. Просто я посмотрела вебинар человека, который говорил: человек идет на человека, что с людьми нужно работать. Ну, это я так вкратце говорю. Каждому должен быть свой подход. И я просто, у меня было 6%, товарооборот 200 баллов, да, вот, зарплата 700 рублей русских раз в 3 недели. И я вот с этого момента подумала: так, я сейчас буду смотреть все вебинары. Я смотрела 5-6 вебинаров, составляла свой вебинар. Раз у меня получается приводить людей, но у меня их не получается запустить в работу, значит, я пока буду учиться приводить людей. И учить людей приводить людей, своих людей. Да, вот. И так получилось, что мои люди начали приводить своих людей, и все приводили на мой вебинар.
И всех на мой вебинар, и всех на мой вебинар. И их все больше и больше. Сначала 5, потом 15, потом 30, потом 150. И они все ходят и ходят, и целый год ходят. И я целый год, не прекращая, день рекрутировала, день вебинар, день рекрутировала, день вебинар. И все это с годовалым ребенком на руках. Это было Аня, просто вебинар по что-то чудо. возможностям, правильно, да? Вебинар делали свой первый по возможностям Faberlic, вот этот водный, да? Нет, Стремился у меня туда. прямо была целая серия. Сначала о компании я начинала проводить, потом о проекте, потом как рекрутировать, потом как там создавать сайт. Мы еще блог-спот, этот сайт создавали, я не знаю, есть ли он сейчас или нет, вот, даже не доглядывала туда. Вот, то есть все это, как даже сказать, снимала ряд видеороликов, когда обновлялся каталог, все акции, все, то есть все вообще полностью лежало на мне, и Николай как раз вот сайт наполнял. Он говорит, давай, ты, говорит, говоришь, а я, говорит, буду все это наполнять. И как раз вот у нас в тандеме получилось здорово. Когда уволился Антон, мы вообще очень хорошо в гору пошли, но до того, как он не уволился, все-таки куда-то мне надо было девать свою кукулечку, и как бы рост шел медленный. И вот когда я открыла старшего директора, получается, за 5 месяцев с момента старта я открыла вот старшего директора. Это было медленно для меня, но пока я тут не заработала, я мужа с работы не могла забрать, чтобы он мне мог помогать. И получалось так, что он с работы приходил, а я ему, голодному, Вику в зубы закрывала. Ты говорю, у меня вып. Он, да что это такое-то? Я, у меня вып. Он, Аня, да сколько. Вот, а потом он уже сам втянулся и как бы, ну, если честно, в 9% он мне перестал мешать, но он немножечко так не любил помогать, ну, как бы, вот, и потом я ему сказала, все, едем, открываем УП, он такие глаза на меня, ты что, сприндила? Я говорю, все, у меня накопилось, там, надо выведите. Ну, сколько накопилось? Я говорю, ну, 1050. Какие 50 тысяч? И вот мы вывели крупную сумму денег, вы открыли ИП, вывели. У меня еще месяца два мне это ИП не договор не заключали, потому что я то ИНН потеряла, то у меня паспорт про срок ушел. В общем, там ерунды куча всякой. Нет, паспорт про срок не ушел, мы же поженились, я его поменяла. Что-то еще, в общем, какой-то бумажки не хватало. Мы ее еще восстанавливали. Вот. И у нас накопилась, ну, очень крупная сумма. Мы ее выводим. И сразу же гасим, у нас пошли пени на кредит. Мы сразу же гасим эти пени. Остается у нас один кредит. Потом буквально 3 каталога мы гасим полностью кредит. А потом у меня еще была, знаете, какая сложность? Мама мне все время вырубала свет во время вебинаров на площадке, вырубала рубильник, что я дурью маюсь, сама с собой там говорю, с ума сошла. Вот, все, говорит, Это у тебя в ваша мама, другом. да, ваша? Моя Свекровь. мамулитка, вот, не свекровь, а именно мама. Она, ну, как сказать, она обо мне заботилась. Я не могла, и как бы, я ей все говорила, мам, мне все в порядке, вот денежки и так далее, и так далее. И вот, Господи, спасибо, что сломалась плита на кухне, полностью газовая. И почему-то мы ее поджигаем, а огонь идет откуда-то сбоку, и это стало опасно. И вот такой период, что она смотрит на меня, я смотрю на нее, денег у нее нет, откуда у пенсионера деньги. Вот. И она смотрит на меня и говорю, мама, сейчас сходим и купим плиту. Мы сходили в этот же день, купили плиту, нам установили новую плиту, и все, тишина. То есть она стала брать к себе нашу Викуську и давать мне спать, например, там до 9, до 8 утра. То есть она Поверила, начала поверила, рубиться. да? Да, поверила. Потом у нее, слава богу, сломался телевизор. Мы купили новый телевизор. Вот прям смех на палочке. Вот прямо Это вот. прям лайфхак, Аня, это как раз Да. лайфхак. Телевизор своей маме, чтобы она вам давала работать нормально и не вырубала пробки. Вот, ну это прям правда, да. То есть мама мне моя очень мешала начинать бизнес, потому что она за меня очень переживала. Ну, любит она меня. Вот таким способом она меня решила любить. Вот. Ой, не могу прямо.
Но объясни человеку, который жил еще во времена спекулянтства, трудодней, вот этого вот всего, вот то, что вот раньше это вот все было. Да, когда Вот. бизнес там крышевали, да, убивали, они Вот, же... да, вы вяжетесь, куда дети потом, вот это все. То есть очень переживала. И вот, слава богу, сломался телек, и я купила ей новый телек, и прямо такая благодать началась. Она вообще просто, если до этого она считала, что я не очень хорошая мать, что у меня муж приходит с работы, а я стою ребенка мужу и говорю, слушай, давай там, я закрылась, заперлась, и она не понимала, почему голодный с работы мужик должен сидеть кушать, а рядом с ним там ребенок играет, ну, там в манеже, да, или на коврике. Манежа у нас, кстати, не было, манеж у старшей дочки был. Да, на коврике сидит, играет игрушки, и тут же он на нее разрывается, почему мужик нормально не может прийти с работы и покушать. Как это так? Да, то есть вот у нее вообще, я ломала все ее стереотипы, и она думала, что она вообще плохую дочь вырастила. Да, вот был такой момент, что вот такой переломный. Но мне как-то вот повезло, вот с Антохой, он очень понятливый, и я ему показывала, сколько денег копится, и вот когда мы их сняли, когда мы все это погасили, и он где-то вот уже, по-моему, 3 каталога подряд, когда мы уже подтвердили статус старшего директора, еще осталось там 5 каталогов до получения премии, он сказал, все, я ведь увольняюсь. Я говорю, ура. Я его еле уговорила, потому что он работал на государственном заводе. И вот этот государственный завод, как раз он платил 13-ю зарплату, у него там был отпуск, у него там, ну, всякое вот это Все вот все. серьезно. Да, все серьезно. Его, там был автобус, который его бесплатно возил с работы на работу. То есть, ну, прямо вот тепленькое такое местечко, и платили как бы так, ну, 30-45, ну, хорошо так платили. Вот, и он как бы, ну, боялся с такого насиженного местечка уходить, потому что, в принципе, как раз вот это вот, он устроился месяца за 4 до того, как вот я выросла. Почему? Потому что вот у нас как раз вот за 4 месяца до вот этого роста у нас было, что попало. Был выключенный холодильник помыть, потому что туда нечего было класть, вообще нечего было класть. И кушать было нечего. И как-то вот, не знаю, идешь по подъезду, там рыбкой, картошечкой пахнет, у нас нет ничего, да. То есть вот был такой момент, когда нечего было кушать. Вот реально просто вот из-за того, что мы начали Викторию обследовать, вляпались в кредит, и муж переходил с одной работы на другую, и мы не смогли платить кредит, потому что там его уже вместо него взяли, и тут взяли своего, и он просто стоит, пришел, говорит, все, я безработный. И у нас кредит, и мы не знали, что делать. И вот такая вот ситуация, что с миру по нитке пошли побираться по родственникам. Родственники говорят, ума у вас нет, бизнесмены фиговые. Ну, конечно, по-другому сказали, но я уже не буду в прямом эфире выражаться, да. То есть, и как бы вот это вот так все закрутилось, то, что как будто и выхода не было. И я просто шпарила, сидела в интернете, я просто тыкала кнопки, я понимала, что от меня не убудет. Да, то есть я там покормила Вику, сводила там на прививку погулять, я снова сидела, я снова тыкалась, да, то есть вот таким вот образом. И вот тот момент, когда начала уже создаваться система роста, когда я не высыпалась жутко, вот, слава богу, сломался телек, мама начала мне вот помогать. Вот помощь была такова, что я могла до 8, до 9 утра спать, даже если я там в 2, в 3 ночи, в 5 утра легла спать, вот я все это создавала, создавала, все это по полочкам раскладывала, да, то есть первый этап, ну, обучение, второй, третий этап, да, там где-то рекрутинг, маркетинг, план. Очень сложно, кстати, составить, и, честно сказать, мозги трещали по швам, потому что я никогда не брала на себя ответственность создать целый проект, и это было очень сложно, и были слезы, и что только не было, и была какая-то неуверенность в себе, и тут же вот этот синдром самозванца вылазил, который не давал мне поверить в себя, и вот как раз вот этот вот момент, когда я себя ломала и сама себе вот внушала, если ты не сделаешь, никто не сделает, к тебе пришла команда, ты не имеешь права ее бросить. И вот сидишь, и вот это вот, я не знаю, как это описать, вот год как в аду, можно сказать, был, и нас поздравляют со статусами, нам дарят чеки на сцене, нам не до этого,
Они нас отвлекают. Я сколько времени потеряла на этой сцене с этим чеком, как я теперь буду все это восстанавливать, как я теперь все это успею. Да придумали какую-то ассамблею, да под конец каталога придумали, а я в поезде, у меня видео не сняты, то есть у меня началось уже вот такое вот, да, то есть мне было ни до чего. И вкус уже успеха вот такого, что я поняла, что я оглянулась назад, и так, вот оно что получилось, я уже где-то почувствовала на статусе старшего национального где-то вот директора, когда просто я, когда у меня уже директора начали сами проводить вебинары, сами работать со своими структурами, сами работать, проводить какие-то общие вебинары, создавать видеоролики обучающие, когда у меня начало появляться время на себя, да, там помыться нормально, расчесаться, там в люди выйти, да, то есть вот, и я поняла, что случилось-то. Вот у меня вот буквально через 3 года со старта бизнеса я начала понимать, что я до такой степени окунулась, что я забыла про все. У меня единственный приоритет, который был важнее бизнеса, это здоровье семьи. Да, то есть я всегда старалась, чтобы не было никаких там купленных полуфабрикатов из магазинов, да, то есть мы брали свое мяско, делали свой фаршик, там я наделывала котлеток, замораживала их, да, то есть, ну, как бы уделяла один день заготовкам, чтобы потом вот все готовенькое-готовенькое, быстренько-быстренько, шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп. Ну, как-то вот я умела, может быть, у меня была очень хорошая привычка, я умела все раскладывать по полочкам. И у меня не было какого-то вот такого, что «Ой, я не успела, это очень плохо». Нет, я наоборот, что успела, то и ладно. Я умела расставлять приоритеты. То есть вот если новичок приходит в компанию, его главный приоритет – это оформить свои странички, создать фундамент для работы и начать рекрутировать. Угу. То есть, и если новичок не будет каждый день рекрутировать, он никогда не добьется даже половины того, чего, допустим, добилась я, да? Почему? Потому что нужно делать какие-то действия, чтобы что-то вот получалось в жизни. Все равно нужно действовать, в первую очередь действовать. Вот, если сейчас мы создали такой проект, что на нем я могу неделю не заходить в чат по расписанию вебинаров, и я знаю, что вебинары идут каждый день, и все работает как часы, то когда-то я все это делала одна. Просто пока было некому, я все делала одна. Вот и все. И вот сейчас... Если промежутки, я не получилось 3 года, да, вот если посмотреть, да, значит, вот чувство, да, единения, то что вот я сама, как... я сама... Да, вот как говорит Радислав Гандапас, призовите себя в армию. И потом 3 года, да, такая надвижная. Да, да, 3 года. И вот я слушала, читала, смотрела, вот как раз вот на Ютубе недавно был ролик Гандапаса, открытый, он на какой-то собирал всех, на какое-то платное закрытое обучение, но я каждый божий день правильно... Правильно, да, Диана верно написала. Каждый божий день выходных не было. Вот, и понимаете, когда ты сильно увлечен, ты ни дня не работаешь. Вот ни дня не работаешь, если это тебе нравится. Вот это нужно понять. Но, в принципе, все люди, которым нужны деньги, которые хотят, чтобы хорошо жили их семья, да, то есть и их дети, и сами, да, кто любит там одеться получше, там попутешествовать, это было вот, да, это было для нас вот просто вот восхитительным таким моментом. И я сейчас сижу и вспоминаю, а смогла ли бы я так вот сейчас с головой идти? И я не могу дать себе уже ответ. К хорошему уже привыкаешь, да, уже образ жизни. Да, свой. Да, 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 к хорошему привыкаешь. То есть сейчас, да, я организатор, я основатель проекта, на мне лежит большая ответственность, но, допустим, у нас до такой степени огромное количество умных девчонок на проекте, они просто до такой степени умные девочки, что вот слов прямо нету. Вот начинаешь организовывать марафон, то есть их свел в один чат, примерно рассказал, как что должно быть, понабежала куча модераторов, куча спикеров, и все это так классно организовывается, что я просто сижу, каждый день чат перечитываю и улыбаюсь. Вот.
И прямо вот не могу понять, как это раньше. Вот сейчас у нас марафон по ВКонтакту идет, потом будет марафон по сайту нашему внутреннему, потом будет марафон по Инстаграму, вот марафон по Одноклассникам прошел. После марафона по Одноклассникам я лично проводила опять-таки 15 часов обучения, как я расту, мои личные методы, да, то есть рекрутинга. Но я сейчас полностью на входящих сижу. Полностью на входящих. У меня сейчас вообще, можно сказать, ни рекламы, ничего уже я не запускаю. Личный бренд, да, Да, сейчас вот личный уже бренд. личный бренд. Да, развился личный бренд. Единственное, что я иногда запускаю посты в Таргет. То есть нажимаю кнопочку «Продвинуть» там, и нажимаю. Потому что если ты пишешь какой-то громкий пост, люди его обходят стороной, потому что они понимают, да, залезла опять мне Кононова в душу. Да, то есть они так, ну, плохо откликаются. Мурашки пошли, да? Да, вот, и я их запускаю, чтобы они как были наравне со всеми, и вот как раз вот эти вот посты, наверное, гуляют, 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 у кого-то цепляют, а кто-то пишет, а можно подробнее о работе, да, то есть таким вот образом получается то, что я, ну, раз в неделю написала пост, запустила кнопку, и оно все пошло, да, то есть вот дошло уже до того, что появилось действительно много свободного времени, но вот эти вот первые 3 года, Армия. Прям да, так и назовем 3 года армии. я психовала, что меня отвлекают, даже если я должна просто там съездить в Москву и получить чек за то, что я открыла новый статус, я психовала, что меня отвлекают. Я очень часто даже, вот извиняюсь, сейчас поругаюсь, но я прям так и говорила, ну какого хрена, ну, вот меня все время надо, что они не видят, что мне некогда, да, то есть я вот прямо вот... Вот мне вообще меня отвлекали все, да, то есть вот единственное, кто ко мне мог подойти, это муж и дети. Все. А на остальных я просто уже вот так вот. Мне некогда. Я сейчас это не сделаю, у меня следующее сдвинется. Мне надо вот, да, то есть и я довольна, я очень довольна всем этим, и я вам могу сказать, ребят, что это может каждый. Потому что без образования, без каких-либо навыков организационных и так далее, я смогла сделать. Ну, я делала не одна, еще раз повторюсь, Коля Андрейко и Таня Сафронова. Мы делали все это дело втроем. У нас есть чат основателей проекта, мы там обсуждаем все глобальные новости, которые решают судьбу проекта. То есть я не одна. Вот я, Вот. кстати, Аня, сюда вот хотела спросить, вот такой Анной Кононовой надо родиться или это все-таки воспитывается? Это воспитывается и воспитывается у самих себя. И, понимаешь, это воспитывается в тех случаях, когда жизнь прижала. Вот если Почему-то, да, бы... всегда так вот нужно Да, это упасть, стечение чтобы... обстоятельств, когда и холодильник пустой, когда и пенни на кредит, когда и смотришь напротив, живут на одной площадке с нами жили очень состоятельные соседи, и ты смотришь, как они это не это, то не это, да, то есть и ты понимаешь, что, блин, а чем я хуже, да, то есть это была не зависть, но это было какое-то вот восхищение человеком, когда ты не знаешь, ну, чем люди таким занимаются, что у них вот все есть, да, то есть вот сейчас у нас люди, соседи наши такого же мнения, кстати. Вот, тут было то, что мне вешали полочку, соседи нам вырубили пробку, ну, я вызвала полицию, говорю, сами с ними там разбирайтесь, двери закрыла, пусть, говорю, делайте, что хотите, пусть они нам там обратно включают. И вот стою и слушаю, ну мне же интересно, вот у них там денег, куры не клюют, делают, что попало, заколебали со своими ремонтами, ездят по курортам, а у нас тут одно жужужу с утра до вечера. Ну, во-первых, это неправда, во-вторых, я поняла, какого человека обо мне мнение. Зависть, да, то есть Да. людей клюет зависть. Вот, здоровая конкуренция, Диана, золотые слова. Вот я всегда была за здоровую конкуренцию. Когда видишь вокруг себя успешных людей, знаешь, что ты можешь так же. Аня, Просто ну если... можно сказать, что в тот момент вы разозлились? Потому что бывает, вот когда внутренняя вот энергию дает, вот когда все вот идет, да, вниз, и вот я просто слушаю, и вот у меня просто такой вопрос встречный. Это разозлились, вот, не знаю, на себя, на маму, на жизнь? И вот пошел вот этот внутренняя перестройка. Я просто к вопросу, вот нас люди смотрят, да, вот Нет, 70-80%. Вот что это было? наверное, Как себя нет. перестроить? Вот, допустим, Это, врач наверное, вот занимался. знаете, когда вот, ну вот даже если сравнить, к примеру, животное, когда его загоняет в угол, ему надо что-то сделать, как бы инстинкт самосохранения, может быть, сработал.
Вот, скорее всего, так. Было случай, что о какой-то момент я психанула, да, то, что да блин, да сколько можно, да почему так, что я не могу кнопки побольше, почаще тыкать, что тяжелого тыкать кнопки, то есть мы полностью онлайн работали, потому что, ну, офлайн я просто не могла ни с кем встречаться, потому что я растолстела, денег на плащ не было ни на какой, я ходила в маминой старой куртке, потому что только это на меня налазило после родов, да, то есть вот, и как бы такой момент, что мне не с чем было идти навстречу, вот я пошла в интернет То есть работать, и вот сильная самомотивация, да? То есть вы себя вот то есть уже до такой степени в углу, когда ты понимаешь, что тебе вот на днях скажут: слушай, мать, ну какая ты мать, у детей нет фруктов, это, во-первых, ребенка надо лечить, нет денег на лекарства. Вот даже сказать, вот сейчас у нас Викуська ходит в VBA-терапию, это около 50 тысяч в месяц. У нее есть очень хорошая няня-педагог, это около 30 тысяч в месяц. Мы ездим 2-3 раза в год на интенсивы. Каждый интенсив это около 500 Это тысяч вот с дельфинами, рублей. я просто смотрю Да, вашу с историю, да, когда дельфинами, с дельфинами. То есть суммы крупные, суммы большие. Вот. И получается как бы такая дилемма, что если бы я тогда вот не начала бы сама зарабатывать, то мне очень часто, кстати, попрекают, почему ты не получаешь образование педагогическое и сама не сидишь со своим ребенком. Но пока ты это образование мед и педагогическое сделаешь, пройдет лет 5-10, и вот этот золотой возраст, он будет упущен. Вот. И поэтому мы очень много вкладываем денег в различные кружки для того, чтобы все-таки Виктория пораньше социализировалась вообще вот к людям, ко всем. И у нас идут очень хорошие сдвиги. Хотя был случай, когда нам сказали в клинике: ну что вы с ней мучитесь, дайте вы ее в детдом, родите нового. Я говорю: чего? Как? Ой, ну вообще, в общем, что попало было, мы больше в эту клинику не ходим просто. Но был такой момент, что нам даже такое вот говорили, что, ну, видно же, что она вот у вас, но она такая и будет. Нет, она очень изменилась, и она стала намного лучше, и она начала уже говорить отдельные слова, хотя еще пару лет назад она вообще молчала. Ничего себе, она уже на роликах у вас. Вот это Да, тоже сможем научить, гордимся ими. она уже стала хитрая, она уже стала такая, у нее память хорошая. Вот у нас, мы все время от нее перепрятываем шоколадки. И вот она на одну полку шоколадку положит, она там найдет. И вот у нее сейчас около 20 мест, где раньше лежал шоколад, и она все ходит и проверяет, где шоколад. Она все 20 мест помнит. Поэтому будущее у нас хорошее. Здорово, да, желаем большого будущего Вике. Вот. А, и, конечно, вот просто слушаешь, вот как, знаете, как вот читаешь книгу, вот прям действительно Серьезно? настолько, знаете, но до сердца, да, потому что это, наверное, Наверное, когда честно, это просто правда. да, это правда, это честно, и как бы заходит, конечно, на 100% в историю, это огромное, вот даже слушаешь, и слезы даже порой наворачивают, потому что действительно вот задаешь вопрос, что когда вроде человек живет, и все хорошо, и думаешь, ну что ты не работаешь, вот почему должно в твоей жизни что-то случиться, да, чтобы ты задумался, да, хотя бы просто задумался. А сейчас бывают люди, они не слышат, да, что вот есть такие крутые возможности в современном мире, вот пандемия уже это очередной раз, да, доказала, что без Да. интернета работа Хорошо, в удаленно пандемии вполне. очень хорошо выросли, и я вообще счастлива, что столько много. И вот извиняюсь, Настюш, перебила тебя. Я знаю, что вспомнила, ты сейчас говорила вот это все, я вспомнила, я недавно листала фотографии, где мы фоткались, еще на старый такой фотик, телефонов у нас, понятно, нормальных не было, были кнопочные, когда мы начинали. Вот взгляд, Викуся 1 годик. Где тортик задуваю, все такое прочее. А мы через 3 месяца еще только пришли в Фаберлик. Мы не знали, что нас ждет, что у нас вообще такая вот удача вот постигнет, грубо говоря, да. И вот я смотрела на взгляд. И я Антохе принесла, говорю: Антох, смотри вот на фотку, тебе ничего вот... Он говорит: Ань, слушай, какие мы тут уставшие, потухшие, старые, да, то есть прошло 6 лет, и, грубо говоря, у нас появился огонь в глазах, мы помолодели, мы начали за собой следить, заниматься спортом, ну, это, конечно, совсем недавно, да, то есть
Вот насколько вообще качество жизни, качество мышления у нас так поменялось, это просто не описать. Вообще MLM бизнес это, как даже сказать, когда ты обучаешься, чтобы обучать, обучаешься, чтобы обучать, ты сам по себе не замечаешь, что ты переступил планку, и тебе становится даже скучно с теми, с кем ты общался раньше, потому что как будто пусто у них в голове становится. Да, вот у тех людей, которые вот, как я раньше каждый день, вот я прям все вспомнила, гуляла с подругой, которая материла своего мужа, который, видите ли, в воскресенье, единственный день недели взял выходной. Почему он не колынет? То есть она даже не понимала, что самой-то можно тоже что-то ручками пошевелить. Да? Так ведь, извини меня, до мужа без выходных доедешь и не будет у тебя мужа. Ведь нельзя так над человеком издеваться, ведь все живые. Вот. И вот тут как раз вот я вспоминаю, да, я смотрела вот буквально неделю где-то прошло назад вот эти фотографии, где вообще у нас в глазах не было ни света, ничего, ни надежды на будущее. Да, то есть у нас был на руках вот этот ребенок, Виктория, с диагнозом. И я просто сидела и думала, что с тобой делать, где мне взять столько денег, чтобы тебя поднять. Я просто даже не догадывалась о том, что мы действительно в компании Фаберлик чего-то добьемся и вообще не знали, что такая есть. Я видела, куда-то ходила, помню, в парикмахерскую, как каталог, кислородная косметика, такой старенький валялся у кого-то там. Хотите посмотреть? Нет, говорю, мне не надо. Ой, ну вы что, такие порошки хорошие? Я говорю, не надо мне, стригите уже, да? То есть я прям, да, меняешься ты, меняется мир, действительно. Прямо Диана, прям золотые слова. Вот, и вот тут как раз-таки и вышел тот вот момент, когда я понимаю, на каком я сейчас уровне развития, но я еще купила курс из 120 вебинаров, и все равно я его сейчас буду изучать. Я Вот не как раз могу хотела там остановиться. вопрос задать, а чему сейчас учитесь, да? Потому что когда уже топ, когда уже такой колоссальный опыт, вот какие, может быть, Учусь да, новому. Новому. Именно новому. Учусь делегированию. Учусь немножко быть психологом все-таки. Учусь тому, чего мне не хватает. Когда вот у меня было время только на действия, на создание системы, на проведение вебинаров общими чертами, да, то есть, то сейчас я могу точечно с кем-то проработать, кого не доработала до этого. То есть, ну и ошибок, конечно, на пути моем было много, потому что у меня не было опыта держания крупной структуры. Сейчас у меня в команде более 300 тысяч человек, и это нужно понимать, вот этот и целый объем. завод, целый Да, завод большой. Ой, Верочка, привет, старший директор с Казахстана ко мне зашла в гости. Вот, привет, дорогая. Вот, и вот тут как раз тот момент, когда ты понимаешь, что ты неправильно что-то делал, и сейчас до сих пор с этими людьми что-то не так. Что-то у них до сих пор не получается, потому что тогда еще были не те мозги, и ты чему-то недообучил. То есть есть люди, у которых вроде бы все в порядке, они держат уровень, но не растут. И ты чувствуешь свою вину в этом. Потому что те, кто пришел после того, как вот появился опыт сопровождения, делегирования и так далее, они уже все выросли. То есть чем человек позже ко мне приходил, тем сейчас он выше. Чем человек раньше ко мне пришел, тем сейчас он до сих пор еще вот Аня выше. Кононова разная была 6 лет назад Да, и вот, теперь потому уже. что много наделано ошибок, не те слова были сказаны, но если этого ничего не делать, если этого ничего не делать, то ничего и не получится. Опыт, он берется только из души, опыт, он берется только из сердца, и только вот из того, что вот ты поговорила, через год ты можешь сделать вывод, правильно ты сказала или нет. Хотя ты была 100% искренне убеждена в своей правоте, но не всегда бываешь права. Свои Вот как ошибки раз. тоже нужно уметь признавать, обязательно нужно уметь признавать свои ошибки. Это очень важно. Уметь судить себя со стороны и уметь их исправлять. Но чтобы это все было в здоровых рамках, а не то, что вот какая я дура, да что я наделала, вот этого не И надо. чтобы самобичевания не было, да, вот Не чтобы. было вообще. Это сделать анализ. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но работа с людьми все-таки она очень ответственная.
Она очень ответственна, потому что через год ты будешь видеть, вырос у тебя лидер или он вообще ушел. И ты будешь все равно искать в себе причину. Всегда, всю жизнь я ищу причину только в себе. Если у человека что-то не получается, значит, я какие-то слова не подобрала. Значит, я какие-то слова сказала неправильно. Вот как Значит, раз кто-то сюда. там ему наговорил чего-то, что не смогла перебить, например, я. Да, то есть, ну вот я такие Здоровая выводы делаю. конкуренция, в общем, уже Да, слова да, такое. да, 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 здоровая конкуренция. И я понимаю, иду, и я покупаю курсы за курсами, но я больше всего покупаю, ну вот, делегирование, как даже сказать, нетворкинг, вот сейчас купила курсы, ну вот все такое вот в этом плане, Ну, то, что мне вообще этого вот коммуникации, да, вот именно не хватает. как Да, вот сейчас общение, там есть коммуникация. грубые переговоры, сейчас вот многие Да. с переговорами, вот эта тема очень, да, развивается, пишут про нее, Да, 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 в интернете очень да. много. Аня, скажите еще, пожалуйста, вот с точки зрения мотивации, вот еще такой вопрос. Вот в структуре, да, уже в плане даже делегирования. Вот важно эту мотивацию запускать от наставника, да, потому что, смотрите, мы говорим, что даже в интернете не всегда наставник, ну, как сказать, наставник, да, так скажем, да, вот обучаете ли этому, вот вообще, как приоритет может быть, когда именно непосредственный человек, на который ты пришел, вот какие-то, может быть, уроки, или, может быть, сейчас вот буквально лайфхак какой-нибудь скажете, который должен дать эту мотивацию, или, допустим, как многие в интернете, да, нет, следующий, да, вот, да, нет, следующий. Вот как у вас сейчас, вот с точки зрения именно обучения мотивации, вот так, наверное. Обучение мотивации у нас на проекте 90% обучения и только 10% мотивации, к сожалению. Мотивации у нас очень мало. Мы вообще все люди такие дела. У нас, знаете, как большой муравейник, все шабаршат, все вот кто-то свои марафоны проводит. Да, вот Верочка как раз зашла, марафоны по управлению весом она ведет. Шикарные, просто шикарные. Кто желает свою фигуру, да, в техвере. Вот. И что получается? Кто-то следит за чатами, да, то есть да, вот, кто-то наполняет сайты, кто-то вот как муравейник, каждый занят своим делом и ничего не ломает, все работает как часы. То Но есть вы, как я так понимаю, как телевизор. раз вот эти 10% это уже вы как основатели, правильно? То есть Ну, мотивация все равно должна скорее быть. всего, нет. У нас есть очень много людей на проекте, которые не могут вести вебинары, но не хотят, а есть, наоборот, те, которые хотят вести. И вот все, кто ведут вебинары, все мотивируют. То есть наши новички могут, допустим, за неделю сходить на три истории успеха от разных директоров. И как раз получить эту мотивацию. Да, то есть мотивация должна быть у человека внутри. Да, она должна быть внутри, но некоторые люди не могут вспомнить свои мечты и так далее. И там помогает только внешняя мотивация, ну, грубо говоря, бить со всех сторон. Да? Ну, кому-то хочется машину, кому-то хочется признания, кому-то хочется, например, хорошо жить, не смотреть на цены в магазине, кому-то хочется ребеночка своего вылечить, да, ведь не я одна с такой проблемой, да, нас сотни тысяч, кому-то хочется там, не знаю, вот у нас девчонка мечтала, сделать зубы классные. Вот она мечтала об этом, да, то есть мы поставили в пример, что она полностью с нуля вот прям сделала хороший рот себе, там, виниры, всякая ерунда, Это да. же, а это цены какие? Это Это курсов? очень дорого, это очень дорого. У человека мечта, кто-то мечтает машину заменить, кто-то мечтает путешествовать. То есть и за один вебинар ты можешь подать несколько аспектов мотивации. Но если человек будет сидеть и думать, что вот ты его не зацепил ничем, да, тем, что вот кого-то мотивирует, что им гордятся дети, их мама директор. То есть со всех сторон надо бить. Может, и когда человека все-таки ты добьешься до этой точки, а может быть и никогда не добьешься, да, а может быть и получится пробить, да, вот эту вот стену у человека и разбудить его, и тогда он станет успешным. Но тут только варианты, варианты, варианты. Потому что, ну, ни один человек никогда не признается своей истинной мечте, пока она не исполнится. И то признается ли потом в итоге.
Аня. Все хотят, как у всех. Вот все хотят, как у всех, но на самом деле это неправда. Да. Да. Скажите еще, пожалуйста, вот вы сейчас проговорили, и мне прям тоже вспомнилось, потому что когда я тоже начинала, шла только к директорству, было упущено много очень таких, вот я сейчас вспоминаю, сильных людей, то есть где-то, может быть, побоялась с ними заговорить, да, где-то чувствовала, что они там более успешны, чем я, но вот сейчас, допустим, понимаю, что уже мне есть что им сказать. Вот посоветуйте, пожалуйста, стоит ли мне им снова позвонить? Что, может быть, сказать? Вот у вас был такой Если опыт? Они еще не терминировались, и если они еще никуда там не это, да, то стоит. То есть Я считаю, пообщаться? что да, стоит. И у меня иногда бывает такое, что на меня находит вдохновение, я могу двум-трем людям сесть и позвонить, особенно тех, у кого уже есть структура, они просто безотрывники, да, с нулем баллом. Я вижу, что они покраснели. Я им объясняю, что надо строить 2000 баллов в бок, и вы будете зарабатывать хорошо. И они такие: «О, серьезно? А почему?» И вот с ними начинаешь общаться, все с ним разговаривать, и много людей реанимируется. То А есть такой когда-то опыт я не тоже смогла есть, да? их запустить. Да, когда-то я не смогла их запустить и не смогла найти нужных слов. И они говорят: «Аня, я рад, что к тебе вернулся». Ну, шикарно, шикарно. И ты понимаешь, что без общения с людьми, да, вот как сейчас люди хвастаются полностью на автомате, это то, да не бывает такого. Работа с людьми, она всегда работа с людьми. Какие нафиг автоматы, грубо говоря? Да, воронки, чат-боты, сайты, таргетинг, все там, Нет, но мы роботы, все про да, которые клиентов говорим. могут Это делать. клиенты, да? Да. Это клиент пришел, купил и, как правило, ушел. Вот. И снова пришел, Да, купил, да, ушел. да. А ты попробуй человека с нуля роботами сделать лидером. Ну о чем? Такого еще не придумали, мне кажется. Да. Да. Эти лидеры. Да, да, да. Даже Спасибо. если этот робот будет рассылать, допустим, там о маркетинг-плане, какую-то мотивацию, какие-то записи, даже если все это состроить. Нет. Лидер идет на лидера. Человеку нужен человек. Вот что бы только вы ни пробовали, что только мы не перепробовали на своем проекте, не заменить. Это незаменимо. Просто вот эти все отношения, ну, просто ну, робот элементарно даже не обнимет своего лидера, когда он с чеком, со сценой, со слезами на глазах, он выходит, вот ты стоишь там внизу, ты его мало того, что пофоткал на память, ты его подошел, обнял, и вот это такая гордость, это так круто. Ради Вот. этого стоит, да? 3 года армии. Конечно. Да. Три Ну, года армии. я не жалею то, что я вот так вот окунулась головой в работу, да, мне было тяжело, я не могу это отрицать, я не буду врать, но я горжусь тем, что я нашла столько сил, и я горжусь тем, что я ни разу не сорвалась, ни разу ничего не бросила, ни разу не крикнула на ребенка за это время, я горжусь тем, что у меня получилось все сделать вот это вот плавно, без каких-либо вот эксцессов, всего вот того, что могло бы вот потом, за что бы мне было стыдно, например. Да, вот Супер. есть иногда такие матери, которые там, вот иди не мешайся, вот, да, то есть вот я видела таких людей, и которые там, вот уже тоже у нас была девушка, она неправильно сделала запись с экрана, надо было делать запись, она сделала и выложила. И я слушаю: «Отойди, я тебе сказала, там, я вебинар смотрю», там, и она ревет на ребенка, ребенок ревет, ребенку обидно, и у меня все сердце сжалось, и нет, вот я горжусь тем, что я вот честно скажу, горжусь, и можно даже сказать, хвастаюсь, или как даже это вот сказать, да, то, что я вот действительно спокойно выросла до карьерной лестницы, по карьерной лестнице у меня не было того, что там я могла ребенка откинуть в сторону или еще что-то. И причем, когда ты ребенку даешь много внимания, и ты всегда ему даешь внимание, даже если вебинар, она всегда имеет право ко мне, если захочет до сих пор, она имеет право ко мне подойти и получить свой цум-цум. Да? То есть вот она свой цум-цум получила и ушла.
И она просто не лезет, она не дикнет, она не истерит, потому что, ну, не была она никогда обделена. Вот это тоже нужно обязательно понимать, что когда вы занимаетесь бизнесом, и вы детям начинаете мало уделять внимания и орать на них или еще что-то, ваши дети вам будут мстить сами подсознательно, будут устраивать истерики, будут вытворять какие-то какашки, там, разрисовывать стены, делать, чтобы... Заболеть банально, а не болеть Да, начнут они совсем. будут... они будут болеть, и не только физически, но и морально они будут скучать по маме, которая стала недоступна. Вот это тоже нужно обязательно вот прям знать, и это очень помогает бизнесу. Вот, потому что я как раз слушала вебинар женщины, и одной, вот тоже и не вспомню сейчас, потому что лет 7 уже прошло, это еще было в Орифлейме давным-давно, вот, слушала вживую лекцию, и потом еще к ней подходила, общалась, говорю, вот так, так и так, вот, у меня еще не было тогда Виктории, но у меня была Катюшка, ученица, вот, и я поняла то, что дети могут быть нашими помощниками. И вот сейчас наша особенная дочка снимает обзоры одежды. У нее уже начало получаться, и я ей горжусь. Она у меня умница. Она Я моя. помню, даже когда вы пижаму показывали, когда они носки разрисовывали. Это же, Да, ну, это классно, да. классно, когда дети рядом. Вот я, кстати, тоже создала в своей структуре женский клуб по колесу жизненного баланса. То есть мы тоже пришли к тому, что женщина, да, это не то, что прям вот бизнес-бизнес, а должно быть все в балансе. И вот я подумала, думаю, как же мне начать продвигать эту идею? Вот она меня прям захватила. Я, кстати, у Гандапаса проходила колесо жизненного баланса. Вот, да, мой кумир прям. Да, и мы вот Мужчина такой, сейчас вот прям. весь идеальный, но как таким уже идеальным быть, ничего не понимаю. Как говорит хорошо, о, я так не хочу. Я так не хочу научиться. Да, поэтому у кого тоже тема материнства, прям всем рекомендуем к Гандапасу на колесо жизненного баланса. Анечка, очень ценю ваше время, очень ценю ваше внимание. Пожалуйста, вот напоследок хочется пожелания тем, кто, может быть, сейчас вот прям мне запомнилась ваша фраза, как в углу, как вот собака, да, вот, которая не знает. Может быть, кто-то сейчас живет и не хватает. Вот эти, пожалуйста, напутственные слова вот разным таким целевым, так скажем, аудиториям на рост, развитие. Всегда, во всех временах вы у себя будете одни. И ваши дети нужны только вам, и вы нужны только сами себе. Не надо ни от кого ничего ждать, нужно просто уважать себя и уважать тех, кого вы родили, чтобы они были достойны лучшей жизни. Вот и все. Не нужно никогда никого винить, как я вот, например, да, и просто взять ответственность за свою жизнь в свои руки. И, может быть, это звучит банально, но жить для себя и победить себя и становиться каждый день лучше себя вчерашнего – это самая главная победа в жизни каждого человека. Самая главная победа в жизни. И дороже нет ничего, когда вы становитесь для самого себя лучше, чем были вчера. Это классно, это здорово, это просто великолепно. Каждый день становится лучше, умнее, кому-то стройнее, кому-то добрее, да, то есть Богаче, да? кому-то богаче, да, то есть кому что. Вот, Супер. да, и, конечно, хочется пожелать всем удачи, роста, везения, во всем вдохновения, огромного терпения и трудолюбия, чтобы у вас все получилось. И даже если чтобы ничего не получалось, если что-то не получается, в чем-то разочаровались, забудьте. Это называется синдром, как это я говорила, да, синдром самозванца. У каждого человека есть две руки, две ноги, есть плеча. Фу, голова на плечах, когда вы можете открыть любой вебинар, замотивироваться у любого человека, посмотреть любое обучение, платное, бесплатное, какое хотите. Кстати, с платным сложно, очень сложно. Очень много перепродают старого обучения. Даже наша тут недавно бегала по интернету, продавали, мы посмеялись, конечно, оно уже не актуально. Вот. Лучше брать Но бесплатное, я пока вам клянусь. зарабатывают, да. Бесплатным больше правды, чем в платном, я вам клянусь. Вот. Вот прям серьезно, сколько раз это замечала. Вот. И просто цените каждую минуту своего времени. Цените то, что вы в новом дню и что вы сегодня можете сделать.
Совет очень хорошего человека мне помог, я это делала на протяжении нескольких лет, что нужно сделать сегодня. Вы просто открываете блокнот и пишете план и делаете что-то. Но я немножечко там переделала то, что я не сделала, я на следующую страницу, а эту вырывала, выкидывала, как бы, да. Я немножко неправильно делала, но все-таки я это делала, и мне это очень помогло, потому что то, что написано на бумаге, желание плюс действие равно результат. Желание без действия равно ноль, да? Действие без желания равно тоже ноль. Ну, может быть, и не совсем ноль. Иногда порой приходится и через силу что-то делать, но оно тоже получается. Вот, потому что входишь во вкус. Здорово. Да. Спасибо вам огромное. Здоровья вам, вашей семье, дружной, Спасибо. успешной, новых вдохновений, новых побед, результатов. Мы действительно очень гордимся тем, что вы лидеры такого высокого уровня именно компании Faberlic, да, именно нашей любимой российской компании. Я думаю, вот это вот чувство патриотизма тоже мы воспитываем, да, У в нашем меня нет чувства поколении. патриотизма, потому что в нашей структуре более 20 стран, и мы все их Здорово. все любим. Я ездила на Украину к своему наставнику практически в самый разгар военных действий, и меня отлично приняли на Украине. Поэтому я вообще не патриот, честно вам скажу. Я просто ярый поклонник MLM-бизнеса. Я прекрасно понимаю, какие возможности он дает по сравнению чем с работой, например, по Анечка, но нашей. мы гордимся, что вы российский топ-лидер, Ну российский да, партнер. и в России. Я вот с этой точки зрения, потому что все Кстати, равно не все хочется. знают, что я с России. Очень многие думают, что я с Украины, потому что я под украинской веткой иду. У нас идет Екатерина Бакаева под компанией, потом Инна Грин, потом Татьяна Сафронова, потом Николай Андрейко. Они все с Украины. И многие думают, что я это тоже Украина. Вот. А вот нет, Россия, А вот нет, город миров. да. Спасибо Да, вам огромное. у нас Да, на новых проекте знакомств. первый человек Украины, России и Казахстана. Да, видим, Шикарно. конечно, ошеломляющие результаты, очень вдохновляющие, поэтому вперед действовать. Да. Сегодня Аня дала полный такой инструктаж, поэтому достаточно даже сегодняшний наш с вами эфир посмотреть, чтобы уже Да. начать совершать Меньше действия. уметь, больше делать, и все будет. Да. Спасибо, Настя, тебе тоже, что меня вытащила. Очень приятно. Вот. Люблю вспоминать, как все было. Начинаю еще больше ценить то, что есть. Когда покопаешься в том прошлом, о котором хочется прямо даже забыть, если честно, порой, то думаешь, вот если бы я не жила в том прошлом, в таком вот, да, то и сейчас бы я, может быть, и не ценила бы то, что вот, да, есть люди, которые сразу рождаются, у них сразу все есть. Нет, у меня родители простые рабочие. И свекровь со свекром простые рабочие, и я простой рабочий. У нас ни у кого не было в семье, даже со средним доходом. Всегда доход семьи был низкий, ниже нормального, да, уровня, грубо говоря. Но я вообще довольна тем, что сейчас моя дочка уже не задумывается, она имя старшая, да, то есть она, мам, я тебе буду ролики делать, я там, хочешь, ему проекту буду ролики делать, то есть она уже не хочет вот этот найм, она уже хочет фриланс, да, то есть вот это мое, Молодежь, да, ребят. новое время. Всем удачи, Да, верьте поэтому... в себя. Спасибо. Поэтому, да, чтобы, как говорится, как говорят еще, историю сейчас вы вершите, да, то есть чтобы действительно будущее ваше поколение уже было совершенно с другой историей. И это круто, что побольше таких людей нам здесь. Знает. Может быть, мои внуки свою MLM-компанию уже обоснуют. Кто его знает? Да. Здорово, супер. Да. Спасибо вам огромное, Анечка. Да, Удачи, хорошего дня, да, хорошего вечера. да. Всего доброго. До Да. свидания. До свидания.